Еще и события дня строят общее образовательное пространство. Студенты оренбургских вузов при помощи телемоста пообщались со сверстниками из Казахстана. Тема для всех очень близкая – обмен знаниями и научными разработками. Рафаэль Валиуллин не пропускает ни одного такого события. Говорит, живое общение очень важно для молодых людей обеих стран. Гости из Республики Казахстан приезжают к нам на конференции, неоднократно желают связаться с нами, обсудить какие-то, возможно, глобальные, возможно, какие-то локальные проблемы, связанные в первую очередь как с экономикой и правом, так уже и более широкую сферу влияния, касающуюся политики или природы. Ну и к слову, контакты Оренбуржья и Казахстана завязаны плотные. Только у Оренбургского аграрного университета 24 вуза-партнера в соседней республике. Причем занимаются не только вопросами науки и образования, но и воспитанием молодого поколения. Сейчас наша задача, чтобы подрастающее поколение заложить эту основу между Оренбургской областью и Республикой Казахстан в воспитании подрастающего поколения, которое также в будущем будет добрососедски.